Фархад, большое-пребольшое спасибо за донат. Собственно, как говорится, 90-е. Какой-то сумбур пошел. В скобочках не совсем, но... Туда сходи, сюда сходи, тут съезди, там убей, там зарежь, там прирежь. Бля, это мой братан! Нет, 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 нет. Вообще, похуй. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. А интересно, подожди, он меня поймал, это же как бы машина моего братана, мы с ним заодно. Охуеть, да? Вот серьезно, вот серьезно. Вот охуеть, да? Серьезно. На, серьезно. Я, главное, у своего братана говорю, братан, дай тачку. Дай тачку погонять, братан, брателла. Братишка, дай, я затащу на тачку. Ну, не считается. И покатаюсь, сука. Это нихуя не. И он, тем более, сам потом вышел и пошел. Я подумал, что я его украл, но я же не крал, я же все честно забрал. Честно забрал. Ну, блядь, ну-ка. Чё, блядь? А, убили Свита. Причем это сделала скорая помощь, ебаная. Ну, это так не проходится, как бы, да. Ну, ладно, бля, ракует человек, чё поделать. Его, блядь, сбила скорая, серьезно? Серьезно? Ну, в принципе... Его скорая сбила, блядь, да? Скорая сбила насмерть, просто не стало. Не, на самом деле, таких вот бесючих, типа, нечестных прям каких-то или... Абсурдных вещей в GTA San Andreas полно, конечно. Из всего. Тут спора нет. Мы стояли, отвоевывали территорию. И его не стало. Как спидранеры бомбят, то есть даже те люди, которые прям максимально профессиональны в этой игре, у них иногда такая хуета вообще редкостная творится. Просто ни с того ни с сего на тебя самолет может упасть, например. Ни с сего сбило. Скорые в GTA учились ездить это в Грузии. Классно, почему бы нет? Почему бы, собственно, и нет? Мы идем на разборки. Парень, блять, у него 2 часа, это пиздец. А я его вообще, типа, по-хорошему по 40 смотрю. То есть, это надо собрать просто какую-то безбожную. Блять, 5000, типа, надо будет собрать, даже больше там. Там 2.17 же, по-моему, было. Типа 137 умножить на 40. Ну, пусть даже что 5000 собрать, но я не знаю, блядь, найдется ли достаточное количество донатеров, которые были бы готовы, допустим, 5 кусков закинуть, чтобы посмотреть двухчасовую парашу от АО. Мне вот раньше в детстве вот так же люди в соседний двор. ходили. Только с палками, блядь. Мне интересно, но мне противен, блядь, пиздец. И 2 часа это очень много. Это надо просто отбить как время, как минимум. Сука, прям двор на двор, такой жесткий, нахуй. 5 человек оттуда, 5 оттуда. Пизда, блядь. Вай, да что вы делаете-то? Остановитесь! Ну, в красненьких стреляют, балласы. Блять, кого они стреляют? Лучше уж двухчасовой яой, по факту. Бля, ну я не знаю, типа, ой. Ну зачем он так сделал, блядь? На нахуй. Просто тупо, блядь, попался под выстрел. Я что, специально его завалил, скажите мне? Я что, специально? Он просто, блядь, попался под выстрел. Он не то, что попался, нахуй, он выбежал туда. Нахуй, на поле боя. Чё ты делаешь, бандит, блядь? Бандит. Мамкин гангстер, блядь. Он просто внезапно попал под обстрел. Ой, ну он зря побежал туда. Пожадничал с этим, с... Кто? Хуел, что ли? Бразы помогли. Вообще похую. Чувак, здесь война. Вообще похую. Едет, сука, сигналит, бля. Какая нахуй война, съебали, блядь. Я на велике катаюсь. И дальше поехал. Вот этот нормальный пацан. Я хуею. Ну да, да, есть еще такой прикол, что 90-е, даже те, кто застал их в каком-то более-менее осознанном возрасте... В России многие говорят, что да, именно была своя прелесть в свободе высказываний там, знаешь, и так далее. Пришли каких-то попытках в соседний там, двор, старшаки ебашатся, а рядом просто пиздюк едет на трех. В говнократию какую-то. Посигналил, чтобы пацаны расступились проехать, потому что ему еще рано там драться, воевать, думаю, это нахуй не надо. Просто посигналил. Пацаны бросили драку, пропустили и дальше продолжили, блядь, ебать.
На, блядь. Просто приехал, посмотрел, кто дебилов наебаных, и дальше поехал, блядь. Умный, блядь. Точнее, мелкий, а ума нахуй больше, чем у всех остальных. Я ебу, блядь. Знаешь, кстати, тактика забайтить свита, стоять где-то в жопе. Не, иди нахуй отсюда. У меня аж этот, блядь, голова заболела, ты типа пиздюка, блядь, проехал. Конечно. Скорая. Что случилось? Ту-ту-ту-ту. Внезапно попал под обстрел. Ну да, да. Серьезно? Блядские скорые. Его опять скорая сбила? Бля, я бы расхуярил эту скорую. Еще и район атаковали, а? Говно. Блять, серьезно? Серьезно? Его опять скорая убила? Я пошел, блять, на миссию. Его второй раз, блять, его сбила скорая. Второй раз! Сука, его сбивает скорая. Вы издеваетесь надо мной? Как, блять, можно скорая два раза за одну и ту же миссию сбить человека, блять, ни за что? Не знал, что купить. Заебали, блять, я столько районов. Ну, видимо, стал теперь, ему стало просто, типа, похеру или что-то. А ты пешком беги, блядь. Так. Блять! Это пиздец. Опять скорая, блять! Опять скорая! Да расхуярьте ее хотя бы, а? Да ты чё, ебанулась, что ли, скорая? Бля, ну не стой там, где скорая хуячит. Блядь, скорая! Пиздец. Ну это просто блядство. Три раза это уже, блядь, как это называется? Это, блядь, не смешно уже вообще ни разу. Угу. Нахуй он пешком бежит? Он, блядь, просто машет руками, видал? Он, блядь, просто машет руками. Урод, блядь. Он просто стоит и машет руками. Да пиздец, бесит иногда. Он просто стоит и машет руками. Просто машет руками, он не стреляет, он просто машет руками. Как тут мобость программированная. Поэтому на каком языке все написано? Ой, день сурка. Да. Давай, да, дуй. Совсем чуть-чуть осталось. Еще на пару стримов. Идлвуд. На пару-тройку стримов точно осталось еще. Это ж пока только скорая. Если США поставят по ленд-лизу Украине скорые из Лос-Сантоса. И не приезжали пожарники. Просто будем, блядь, на скорых ездить, да. Просто там, случайные типа, люди не приезжали. Че, да хуя вообще приедет здесь? Че, блядь, народ на приезжает, ебанешься, сколько народ может приехать сюда. Бля, тут реально многое зависит от того, насколько по уму ты встал. И плюс надо поворачиваться спиной к тому месту, откуда ты хочешь, чтобы шли балосы. Тогда будет удобно. Блядь. Живем. Аккуратно. Скорая, блядь, давай, подъедь. Чё, еще не все? Обоссанная. Бля, еще не все. Чё не все, блядь? А, нет, все, окей. Скорая! Уже на шухере, блядь. Сейчас уеду, я машину возьму. Я не хочу сейчас лишних расходов. А, уже агро... Короче, в пизду. Садись быстрее, тебя сейчас шибут здесь по-любому. Я не знаю, он притягивает машину. Мне кажется, он какой-то глупенький. Ну, либо он, ну, вот он дурачок. Не. Он просто притягивает к себе машины. Всегда и постоянно. По факту. Пока я ждал, чтобы уехали менты и хотел забрать машину, кто-то более пронырливый уже, сука, сел и чуть его не задавил. Уже кто-то сел, блядь, и чуть, сука, его не задавил. Ты посмотри, блядь. А, все через прицел. Хуй знает, Сан Андреасе пиздатая стрельба. Ну, может быть, потому что, я не знаю, бля, где лучше-то? Ага. В любой хуже, мне кажется, наоборот. Во, другое дело, погнали. Совершенно другое дело. Водители Каруса Процоя. А нахуй мне такая как тупая его звали? Банда? Янис, они даже Янис не могут. Фибикс, по-моему. Что вы творите, блядь?
Ёбаный в рот. А полицейские постоят, да, пока? Как там беременность Кати, кто будет? Янис бивал Цоя. Я не знаю, спросите у нее. Как там беременность Кати, кто у тебя будет? Кто у тебя будет сегодня, скажи мне? Или подожди, а, беременность это долго. Кто у тебя будет потом? Давайте сделай вид, как будто это так и есть, и завтра читайте во всех пабликах страны. Во всех пабликах, желтушных прессах, вот во всех вот этих. Это альтмены. Альтмены наводят смуту, представляете? Блять! Ёбаный в рот. Альтмены наводят смуту. Одним нелепым сообщением альтмены наводят смуту и сбивают тему стрима. У Кати после такого будет нервный срыв, да. Нервный срыв, аборт и все. Ну вот, все, уже смс-ки пошли. Сейчас скажет кто. Я просто тоже не в курсе был. Скажи им нормально, что я не беременна. Передают вам. Нормально вам говорю. Она не беременна. Не слушайте альтменов. Альтмены вам врут. Это стримы у него, типа, нарезка или как? Я не пойму. Я бы сказал, что... Бля, вот эта эмиссия тоже прикольная, спидраны. У вас ураганы продолжаются? Да, вроде нет. Вдохнуло, да, вот это типа, ах, как эти шутки классные. Это она вздохнула. Да не знаю, я бы сегодня на самом деле что-нибудь такого бы, знаешь, что-нибудь такого бы необычного. Ой, блядь. Ну вот серьезно, да? Типа, знаешь, морскую пиццу бы я бы сегодня ебанул. Вот как вам такая необычность? Шалю по полной сегодня. А куда он бежит, блядь, и почему, и где, и зачем? Хватит уже. Хватит вздыхать. Тебе что-то не нравится? Прекрати. Прекрати. Я, походу, уже... Что? Сейчас, секунду. Персональные сообщения. Личные, понимаешь? Личные сообщения читаю для всех. От твоих, да, видимо, там самые у меня, моменты, походу, уже беременность в скоб этих. Да, мне задонатили. Ты его, типа, смотришь тоже или чем? А зачем свет включен? Молодец. Молодец, да, умница. Я на них обиделась. Короче, все, на вас обиделись. А, это имеется в виду, все, я ну, понял. Ну хуй знает. Это типа, а не это я понял логику, я сейчас вам объясню. Короче, она типа жрет пиццу, у нее растет живот, и все думают, что она беременна. На самом деле, все от пиццы. Она на вас обиделась, потому что вы назвали ее толстой. Понял логику? Очень сложно. Это не один год для изучения такой логики. Не один год дается. Это очень серьезно. Это вот с этого момента нужно было понять вот такую цепочку. Вот вы не поняли, я понял. Я вас предупредил, я вам рассказал. Это пиздец. Это очень сложно. Я сам поражаюсь, что я это понял. То есть кто-то увидел фотку в Инстаграме, а возможно даже нет. Даже не увидел фотку в Инстаграме. Просто пизданул, типа, беременна. А она себе надумала, что кто-то увидел то, что знает, что она ест пиццу, у ней вырос живот, кто-то это увидел, подумал, что она беременна, и все из-за этого еще назвали ее толстой, и она в итоге на вас обиделась. Вот вам как, логика охуенная. Как вам такое? Как вам такое? Многоходовочка, да. Очень большая многоходовочка. Казино, казино, казино. А, это не про казино, все, ладно. Забыли. Это плохая песня. Плохая песня. Бля, он супер хуёво стоит сейчас. Супер хуёво стоит. Забудьте этот мотив и эту мелодию. Свиту пизда. Я никогда больше не вспоминать о ней. Говновоз, говновоз, говновоз. Казино, казино, казино. На-на-на-на-на-на. Очень хуёво стоит, на самом деле. Да вот серьёзно, опять? Ну кто, блядь, это писал? Yeah. Вот есть люди на стримах, они прям реально просто подрывают стрим. Нахуй вспоминаете вы эти песни, вот эти никому не нужные, всеми забытые давно. Блядский свит наебал. Это же все, это же теперь сидишь и пиздос. Ружье собери, у него мало оружия, кстати, блядь. Ты никогда в жизни не забудешь эту песню. Вот была эта песня, сама по себе. Этой песне знаешь сколько лет? Этой песне, блядь, лет больше, чем мне, наверное. И знаю я ее столько же, эту песню. Но я о ней не вспоминал до этого момента. Что происходит в этой игре? Скажите, пожалуйста, что, сука, в этой игре происходит? Что вот это такое? Вот это вот что? Вот как? Вот это вот случилось? Вот это вот сейчас как? Это случилось? Нормально.
Что? Он ударился в его лодку. Зачем? Что ты делаешь? Что происходит? Он умер! Он умер! Он умер! Минутикорио, умер! Он на ровном месте умер только что! Он умер! Не смей говорить его имя вслух, Минутикорио, блядь! Ладно. А в чем была задача с этим чуваком? Расхуячить его? Может быть, подстрелить просто тачку синим? Я пошел. До свидания. А это, кстати, вот это называется мажор на прогулку. Вот эта вот картина, вот эта вот. Они в своих креслах сразу приматываются. Стрелять, по-моему, нет смысла. Это мажоры на прогулке. Спонсоры. Спонсоры вышли погулять. Но спонсорам лень ходить пешком. Это как бы ниже их достоинства ходить пешком. Они ездят на специальных колясках. Вот это они, вот такие вот. Прям идеально. Смотри, сейчас только приземлюсь, хорошо, смотри. Смотри! Хорош! Красиво! О, молодца! Вот это да, вот это другое дело совершенно. Что такое? Ну не, хватит уже эту песню слушать. Каждый раз ее слушаем. Сколько можно? О! Ну, по такой песне разборки кататься Антон. Надо зарядиться настроением, чтобы была вот в душе вот эта вот нотка враждебности сейчас идет. Прям чувствую, как заряжаюсь враждебностью сейчас. Вот прям сейчас. Вот прям сейчас. Чел аж выпрыгнул из тачки. По дороге. До свидания. Конец скоро, ну... Тут еще захват территории, последние миссии. Я не хочу. Миссию про Бигфута. Ну, значит, на следующем стриме ее доделаем. А потом еще в что-нибудь поиграем. Все, не теребите меня. Не теребите, не тормошите, я заебался. Маленько. Все из-за скорых. Из-за скорых все, я виноват. Они шибли. Жита великая игра. Все, давно прошли. Спасибо всем, кто был. Добро пожаловать всем новым спонсорам, подписчикам, зрителям, людям, инопланетянам, всем. Радикальным геймерсианам. Спасибо, кто был. До встречи на следующих стримах. И все, всем до встречи. Я пошел, всем пока. Бля, GTA с этим, с потраченным переводом, блядь. Разные уровни подписки, понимаете? Есть один уровень, есть другой. Выстрел! И на каждый уровень подписки можно назначать определенные бонусы и определенную стоимость выставлять самому. Представляете, сам могу поставить стоимость. Короче, там есть подписка за 4, сука, тысячи рублей. За 4, сука, тысячи рублей. Все, окей, я ставлю подписку за 4 тысячи рублей. Я не знаю, кто это купит, но тот, кто купит, я буду считать его нездоровым человеком. Вот это я прикольно придумал. То есть вы покупаете подписку за 4 тысячи, а я вас считаю нездоровым человеком. Гениально, по-моему. Просто гениально. И весь просто... Бля, я, кстати, вот в этом месте любил обузить с этими мотоциклами. Они же спамятся после каждой миссии. Спаунятся, то есть. Можно сесть на него, это пиздатый очень мотоцикл, загнать в гараж... Пройти миссию, у тебя будет еще один мотоцикл, там до 4, по-моему, их можно сделать. А это одни из самых быстрых в игре. Учителя Гей, спасибо большое за донат. Ой, там что-то он новое же выдал, да-да-да. Ча-ча-ча. Продолжаем изучать еду с соколом ХТП. Благодарю, учитель Хей, спасибо. Боготворить и... преклоняться, как перед высшими богами. Все, отлично. Я считаю вас нездоровыми людьми, а весь чат перед вами преклоняется. Бля, а че нездорового, если у чела есть дохуя бабла, бля, типа... Почему бы за 4 косаря не подписаться? На самом деле, серьезно, я просто... Я как-то чуть-чуть спокойнее даже начал относиться к тому, что, блядь, бывают люди, типа, то есть кому-то кажется, что, ебать, вот 100 тысяч в месяц, это охуенная зарплата. Кому-то кажется, блядь, 500 тысяч в месяц, это охуенно, бля, заебись денег. Бля, есть люди, которые... Это еще не совсем мажорское, прям такое, как бы, не совсем мажорский образ жизни, когда на семью, ну, скажем, ну, 2 миллиона в месяц бывает, 5...
миллионов в месяц бывает. Там на семью из троих человек, допустим. 100 тысяч в день, может быть, не знаю. Гонорары у музыкантов каких-то чисто просто себе в карман, может быть, несколько сотен тысяч за один концерт. То есть там просто доебени матери денег. Что такое 4 тысячи? Даже если вот, допустим, у тебя миллион в месяц, предположим, да, это 30 тысяч примерно в день, чуть больше, 33. Что такое 4 в месяц? Тысяч. Если это любимый Куплинов там какой-нибудь или еще таких. Кто-то. Много разных стоимостей, но это нужно что-то думать там куда-то. Это. Я просто поставлю вам 4 тысячи. Спавнится рандомный NPC, делает фотографию, идет вперед в воду и умирает. Бля, нихуя себе. А, нет, я оставлю просто только 4 тысячи. Не, ну меня прикалывает эта крепота на самом деле. То есть как бы какие-то теории, там что-то придумывать себе. То есть это же очень тоже забавно. Из каких-то багов, когда какую-то можно прям легенду придумать. Это же наоборот интересно. У всех же есть лишние 4 тысячи, просто которые можно выкинуть. Я же правильно понимаю? У всех. Вот неудачно спавнится машина. Всех просто взять. Бывает, да, такое, да. И выкинуть. Поэтому поставлю только на 4 тысячи и больше ничего делать не буду. Больше ничего делать не буду. Все, сошел с ума, совершенно верно. Сошел с ума, давайте сохраняться. Меня прикалывали моды, когда ты мог менять вес машины, физику какую-то ее, еще что-то. То есть... Типа, очень тяжелым сделать, например, мотоцикл, чтобы ты никогда с него не мог ёбнуться. Или на скорость какую-то максимальную на какую-то тачку сделать. Штука. Это просто типа, чтобы был. Я не особо вижу в них смысл, ну ладно. Как бы эти подписки никуда не денутся, вы не паникуете, а то еще подумать, что я вообще все уберу. Не, конечно, могу вообще все брать, ставить только 4 тысячи. Вот это гениально будет. Так, ладно, спокойно. Так что 4, да, это нормально. 4 это вообще хорошо. Вы бы стали играть в игру, где у NPC была бы прописана личность, и чтобы они в итоге рили могли бы выпилиться? Наверное, не знаю. Какая часть дня выборов лучше? А я только первую смотрел, наверное, первая хороша вообще. Недавно мне приснилось, что я девушка Дим, пока я был в стриме здесь, что мы делали, это ели и искали, чего еще вкусного можно съесть. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Ясно. Вот так вот. Такое чувство, что я только жру. Кто-то будет этим недоволен. Я не скажу, кто, я не буду уточнять, но весь чат прекрасно знает, что кто-то есть недовольный такими снами. Даже не важно, кому они снятся. Так вот. А мозгов нет, он имел в виду. Это кто? Это я не понял. 4К в месяц. Конечно, конечно, в месяц. А если не соберешь 15 лайков, что будешь делать? А стрим не начнется. Есть такие времена, когда они просто не начинаются. Сыграй, пожалуйста, в Thornbreaker. Типа, пожалуйста, играй в этот. Так играли же уже. Играли уже, и не спрашивайте про игры. Играли же уже. Не только этот человек недоволен. Много человек недоволен, окей. А вот сейчас обидно было, потому что я пухлый и потный, и в кожаном кресле. И что в этом обидного? И что в этом обидного, я не понял. Опа, здрасте, да, здрасте. Лень, регистр переключать, хорошо. Здрасте, здрасте, таки, да. 4К в месяц, да, 4К в месяц. Все, плюс чат, кто будет платить мне 4000 в месяц просто за то, что я ничего не делаю. Я согласен принимать от вас вот эти 4000. Это, конечно, будет тяжело для меня. Это, конечно, придется переступать. Придется через себя переступить, как ни крути, но нужно, но нужно. Просто там больше 4000 нет. Просто тупо нет больше 4000. Я бы больше поставил, там просто больше нет. Почему как бы он не девушки? Вот и конец. Откуда представления. Откуда я знаю? Вот, да, конец представления. В конце моей истории должен рок-н-ролл игра. Зима принесла демонов. Мне душу растерзать. Боль так сильна, что я. Боль так сильна, боль. Моя история началась с восхода солнца в небе. Окей. Спасибо большое за донат. Ну, в принципе... Что-то прикольное, душевное посмотрели и вспомнили Сан-Андреас. Заебись.